Патрик – совершенно особенный бульдог смешанной расы, но его владелец выбросил его в мусоропровод на 22 этаже и предоставил ему самому заботиться о себе. В то время Патрик был на грани смерти, но, к счастью, прежде чем его столкнули на мусорную свалку, он был обнаружен персоналом и отправлен в ассоциированное гуманное общество Нью-Йоркского центра приюта для животных. Костлявый вид Патрика удручает, и кости всего его тела отчетливо видны. Трудно представить, какими несчастными были дни до этого. Чтобы спасти Патрика, который был при смерти, его передали ветеринарным специалистам штата Гарден. С сильной волей к выживанию он успешно прошел самые трудные 24 часа. Есть специальные люди, которые заботятся о нем, делают ему переливание крови, медицинское лечение, тепло. Из-за огромных медицинских расходов пользователи сети с энтузиазмом пожертвовали, узнав историю Патрика, и собрали достаточно средств всего за 3 дня, что значительно снизило давление на Патрика, требующего лечения. Патрик был наконец спасен призрачными вратами и восстановил здоровье. Люди, которые помогли ему, называют его «чудо-собакой», потому что это чудо, что он может выздороветь. От угрозы для жизни до выздоровления Патрик был выбран в зал славы животных Медицинской ассоциации животных Нью-Джерси и, наконец, усыновлен заботливой семьей, живущей счастливой жизнью. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.